1 января в России вступили в силу новые правила и законопроекты, которые напрямую касаются многих из нас. Всех сотрудников МВД теперь надо называть полицейскими. Выплаты военнослужащих выросли в 2,5-3 раза. За проезд на красный свет нарушителю придется платить 1000 рублей. Коррективы внесены в законы о воинской обязанности, прокуратуре, государственной тайне, пожарной безопасности, противодействии и терроризму и другие. Среди самых необычных новаций внедрение в работу такси кассовых чеков или квитанций. Их водитель должен выдавать на руки каждому пассажиру. Наш корреспондент Алексей Казанников решил проверить, действует ли новый закон в Ярославле. И вот что он увидел на практике. Вторая часть нового закона о такси вступила в силу с приходом нового года. С 1 января водитель обязан предоставить пассажиру кассовый чек или квитанцию за поездку в такси. Сам автомобиль, соответственно, должен давать такую возможность, иметь в салоне соответствующее оборудование. Обратившись к нескольким ярославским таксистам, наша съемочная группа убедилась, новый закон действует в городе скорее де юра, чем де факто. Это Красная площадь, место, где даже днем такси выстраиваются в очередь в ожидании пассажиров. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, до Московского, если к вокзалу, сколько? 250. 250? А чек вы дадите? Нет? Здравствуйте, подскажите, а если за Волгу на авиаторов, там сколько будет? Космос где? 200 рублей. 200 рублей. А чек вы дадите? Чек? Да, с 1 января должны. Чек я не дам. Отрицательные ответы и удивление водителей – реакция в Ярославле самая распространенная. В другом оплоте рыцарей дорог с шашечками на площади Богоявления шоферы оказались не такими резкими, однако тоже далекими от соблюдения нового закона. А чек вы дадите? Да. Есть, да? 200. Вы чек даете? А чек вы даете? Нет. Таких ответов в идеале должно становиться все меньше и меньше, ведь нарушителям обеих частей нового закона о такси грозят административные штрафы от 1 до 5 тысяч рублей для водителей и от 30 до 200 тысяч на обслуживающую фирму такси. Вот уже 10 дней, как наступил 2012 год, один из самых тяжело регулируемых видов услуг пока что остается таковым. Если на вопрос о выдаче кассового чека вы не увидите, не услышите недовольную ухмылку, то в лучшем случае вам придется услышать просьбу выписать квитанцию самому пассажиру. Алексей Казанников, Максим Сушанов, городской телеканал.